На работу пешком. Мурманские инспекторы ДПС объявили войну маршрутным такси. И хотя все строго в рамках закона, безлошадным горожанам пришлось несладко. Середина недели на остановках общественного транспорта царит недоумение, что с перевозчиками и как добраться до пункта назначения. О том, почему из дома придется выходить пораньше, узнаете из нашего первого сюжета. Перед тем, как начинать движение, вы должны пристегиваться. Сотрудники ДПС останавливают маршрутки во всех административных округах Мурманска. Операция «Автобус» началась 17 декабря и каждый день по несколько серьезных нарушений. За три дня было выявлено 13 нарушений правил дорожного движения. Также трое водителей, осуществлявших пассажирские перевозки, переданы сотрудникам УФМС за нарушение миграционного законодательства. Основными нарушениями среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, являются проезды на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил перевозки пассажиров. Основные нарушители – Arctic Line и МТГ, а маршрутка номер 50 вообще вне закона. Но и без юридических нюансов у водителей за рулем микроавтобусов хватает грубых нарушений. Основные правонарушения, допускаемые водителями, это перевозка пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Также отсутствие путевой документации у водителей, которую необходимо перед выездом на линию пройти врача и поставить отметку механика о том, что транспортное средство на линию вышло в исправном состоянии. Сотрудники ДПС уверены, чем больше они оштрафуют нарушителей за рулем, тем быстрее они начнут соблюдать законодательство. Операция «Автобус» только началась и продлится минимум до 26 декабря.